Я считаю, что нельзя забывать русский язык. Из-за малограмотных людей в 4 словаря внесли, что кофе может быть как мужского рода, так и среднего. Ну, странно, что даже в этой реформе забыли про женский род. Нет кофе женского рода. Женского рода только кофеварка. Ну, радует, что хотя бы это феминитив. Кстати, слово феминитив тоже мужского рода, но это я так, к слову. Ой, как класс.